11 октября в Анапе в спортивном зале арт-отеля стартовал трехдневный семинар по айкидо. Такой семинар с участием президента Ассоциации клубов айкидо Айкикая Заурбека Гаджиева проходит на Черноморском побережье во второй раз. Для молодых спортсменов приезд сенсея – большая удача. Не часто удается получить уроки техники древнейшего японского стиля боевых искусств от обладателя пятого дана по айкидо Айкикай. Люди, которые хотят таким способом тренировать свое тело и свой дух, свой разум, и найти в себя ясность, как-то спокойствие, да, что и сердце бьется, и здесь ясность, и ты нутром уверенный, чувствуешь себя. Но это не возвышение над кем-то, а уверенности в себя и ясности в себя. Тогда у тебя вот этот страх, злость, она куда-то уходит, она не сковывает твое тело. Когда ты избавляешься от этих внутренних, вот этого страха, этого гнева, злости, и ты становишься хорошим человеком. Семинар проходит благодаря центру айкидо «Танден», который занимается популяризацией и развитием айкидо на курорте. Все, кто проникся культурой Японии, техникой единоборства из страны восходящего солнца, получили огромное удовольствие от тренировки. Каждая тренировка – это путь в познание себя и своей сути. Здесь написано иероглифами айкидо. Первый иероглиф – это как раз ай, это гармония, согласие. Второй – это ки, ну, наше желание, сила, наша энергия. До – это путь. Вот мы ищем гармоничный путь. Ну, то есть путь гармонии. Атаку мы решаем тоже именно объединяясь. Но при этом, так как вот я в занятии говорил, что вы не теряетесь, вы не растворяетесь. То есть вы сохраняете форму, вы остаетесь самим собой, но при этом ваше «я» не доминирует. Каждый прием мастер показывал несколько раз, затем в спарринговой работе корректировал и подробно объяснял суть применяемой в конкретной ситуации техники, особо обращая внимание на то, что действовать нужно максимально естественно, а не ожидать от напарника блестящего исполнения всех технических элементов упражнения. До того вошел в дом, что про себя забыл. А что с тобой происходит? Это что за жалостный вид? Ты же нападаешь. Атака вот. Вот собраться, и ты должен следить за собственными мозгами, что с тобой происходит. Наши действия должны у нас что-то воспитать. Мы должны стать чуть лучше. А когда мы в это как-то умом ушли, обратимо забыли, и ты выглядишь непонятно каким-то. За кажущейся мягкостью и плавностью техники айкидо кроется мудрость и сила, накопленная поколениями учителей боевого искусства. При определенных обстоятельствах она проявляется жестко и при этом эффективно для отражения атаки соперника. Суть техники не в прямой контратаке, а в том, чтобы сначала принять действия соперника, понять и направить его действия в нужном русле и подавить конфликт с минимальными затратами сил при максимальном эффекте обороны, после которой соперник должен передумать атаковать повторно. Когда я понимаю, я не тащу на себя, я пропускаю меня. Но при этом я сохраняю форму. Вот. Это как упражнение, сейчас мы проводим. И так же. Все время нужно закопаться. Вот мы забираем здесь. А если он меня во время тащит на себя, я понимаю. Коротко рассказать о сути, философии и ментальности айкидо в двух словах невозможно, зато легко прочувствовать, начав тренировки. Понимание придет само собой, а вместе с осознанием сути придет мудрость и внутренняя уверенность, а она, в свою очередь, исключит понятие страха в любых его проявлениях. Поэтому, выбирая вид единоборства, придется ответить себе честно на вопрос: а что я хочу от занятий? И если ответ сводится к личностному, духовному росту, параллельно укреплению здоровья, то этот вид единоборств для вас. Вадим Родин, Анапа регион.